29 июня пройдет техническая репетиция единого государственного экзамена. Учителя, ответственные за проведение ЕГЭ, в это время будут находиться в пунктах проведения экзаменов без выпускников. Ответственные отработают технологию защиты здоровья участников экзамена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все пункты проведения экзаменов оборудуют рециркуляторами, средствами индивидуальной защиты, пирометрами. Входить будут малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. Планируется, что рассадят выпускников зигзагообразно. В одном помещении должны находиться не больше 9 человек. И все это ради безопасности учеников. Чтобы все прошло без сбоев, нужна и техническая репетиция. Расписание экзаменов уже известно, они начнутся 3 июля. Всего в ЕГЭ примут участие более 2000 выпускников. Самыми популярными предметами для сдачи стали русский язык, математика и обществознание.